Мы сейчас находимся в Танзании, на острове Рубунда. Это озеро Виктория. Конечно, мы ожидали от этого острова большего. Нам сказали, что здесь бегемоты, слоны, крокодилы, жирафы и все эти так называемые безопасные животные. Но никого мы не встретили, кроме антилоп. Никого здесь нет. Ну, говорят, что сейчас крокодилов увидим. Он вроде похож на крокодила. Ну, посмотрим. Вот птицы вот немножко тут. И вот нас сопровождает человек с автоматом. Гипопотамы. Вон, видишь, гипопс? Ага, вот бегемота вижу.